Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вот такого вот новичка. Это креветка-боксер. У меня есть один желтый занзибарский, но он очень маленький. И со своей задачей он что-то как-то не справляется. А задача у них одна – есть огненных червей. У меня их в последнее время расплодилось прям какое-то огромное, неимоверное количество. И хочется как-то сократить популяцию. И я решила купить взрослого боксера. И вот он ко мне приехал. Купил я его с рук на форуме. И вот такого красавца получила. Посмотрите, какая-то прелесть. Мне сказали, чтобы я была аккуратна с клешнями, то он может их отбросить. Но они потом отрастут. Но мне хотелось бы, чтобы он их не отбросил. Сейчас я его капельно перевожу на свою воду. И буду выпускать в аквариум. Сейчас попробую поближе немножечко его показать. Он очень клевый. Смотрите, какой. А надеюсь, он не будет обижать моих креветок-докторов, моих щелкунов. И не найдет занзибарского боксера. Найти его сложно. У него там своя нора есть сзади камней. И надеюсь, они не встретятся. Потому что говорят, что два боксера, они не уживаются вместе. Но если вдруг начнутся какие-то проблемы, то у меня есть резервный аквариум. Я отсажу кого-то из них в другой аквариум. Вот такой вот красавчик. На этом все. Потом уже покажу его в каком-нибудь из своих видео уже в аквариуме. А на этом все. Всем пока. До новых встреч. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылки в описании к видео. И всем пока.